зимой на улице. Приходится укрываться пледом, носками, теплыми кофтами. Ну, в общем, очень неприятная картина, хотя собственники все у нас нормальные, платим за эти услуги постоянно, вовремя, но отдачи никакой не получаем. Мы жаловались в управляющую компанию. Управляющая компания работала с квадрой, но результата по итогу никакого. Люди в ночь укрываются двумя одеялами и топят дома калориферами. Но возьмут оплату с нас, как хорошо оплачиваем отапливаемые квартиры.